Андрей, cos'è l'arte? Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий. Вообще, зачем человек живет, в чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наше служить, так сказать, для этого. Если бы, скажем, я избрал другой принцип и смысл жизни для себя, очевидно, и искусство для меня выглядело бы в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое. Но в силу того, что я свой смысл существования человеческого определяю именно таким образом, мне кажется, что и искусство должно человеку помогать развиваться в этом направлении. То есть, короче говоря, искусство служит для того, чтобы помочь людям духовно измениться, вырасти. Не знаю, была такая точка зрения, что искусство таким же образом познавательно, как и вся остальная человеческая интеллектуальная и духовная деятельность на планете. Я вообще не слишком верю в возможность познания. Я почти агностик. Знание нас все более и более отвлекает от главной цели, от главной мысли по поводу нашего знания о мире. То есть чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем о нем, потому что мы углубляемся и тем самым лишаемся возможности глядеть широко на то, что мы называем жизнью и миром. Искусство служит человеку для того, чтобы помочь ему, так сказать, духовно воспарить, возвыситься над самим собой, используя то, что мы называем свободой воли.